Итак, Анж Абдуль, вышла новая игра Аньо 2000, что ли, какая-то вот была первая часть, мне она не понравилась, но хотя она качественно сделана, но любителям мне такие игры не нравятся. Ну, не все, правда, где городостроительством, там, ну, для шизофреников эти игры каких-то, больных людей, которые, блядь, не могут там сосредоточиться там на что-то, и наоборот могут, то есть, там надо как бы строить, развивать одно и то же все. И типа думать, и причем вяло очень. Так, как тут игру начать? И кроме чего, что меня поразило, что тут как бы на обложке игры... Да. Как игру начать? Карта задания, вот. Ну, меню охуенное, могу сказать. Тоже все, глобус охуенный. Покруче, чем Google Earth. Так. И тут, да, и тут как, блядь, космические корабли, сука, плавают, блядь, всякие нахуй. Абрамовичи на яхтах ездят, блядь, сука, там. Педофилы плавают там. Блядь, я же охуел, да? Там же было прошлое вроде как. А тут будущее, блядь. Ой. Пиздец, Абдулен. Вот, блядь, вот чем она не нравится, вот это, когда древность именно делают, мне вообще конкретно там не понравилось, потому что там древняя. Причем такая тема, нахуй, Америку, нахуй, там, типа, строишь, там, блядь, древнюю. То есть, блядь, сука, деревенщина ебаная, в общем. А тут современно так. Блядь, пиздец. Ну-ка, давайте начнем, блядь, мне игра уже нравится. Хотя, блядь, терпеть такие игры не могу. Ну, меню только хороший, музон такой, блядь, такой. Нормальный, блядь, вот, типа, видите, все, нахуй, мир создает. О, бля, смотрите, какая вот иконка, сука, охуенная. Смотрите, глобус, да, типа как Windows, да, но крутая. Я бы такой, блядь, в себе Windows курсор бы сделал. Вот охуенная, да, как бы выдрать ее и Windows захуяч. Смотрите, как круче, блядь, чем стандартный кружочек Windows, смотрите. И вообще курсор крутой, бля, я бы хотел такое поставить, да, себе, вот. Ну, очень качественно сделано, предыдущий тоже качественно сделан. О, блядь, блядь, вот это, блядь, графон, сука, 8 FPS. Чё, блядь, пиздец, блядь, она без правца, блядь, 15 кадров выдает. А, нет, короче, это глюк был, подгружалось, да бывает такое. Когда подгружается, вначале теперь нормально уже, 30 кадров при записи. Так, блядь, ну какой графон? Блядь, охуеть, а тут и какой, блядь, сука, покруче, чем Red Alert. Red Alert напоминает, да, потому что там водяной точно, но намного круче, блядь, третий, да. А там вроде простенько, но очень красиво все. Так. Ой, блядь, класс какой, а. Красота, какие волны, блядь, сука, круче Крайзиса. Блядь. Надо посмотреть, что настройки на максимум стоят или нет. Я их не менял. Блядь, смотрите, какая сука, блядь, это из-за чего природа-то дошла, а. Ой. Блядь, и смотрите, приятно, футуристично. Вот это я понимаю, роботы, блядь. А тут нахуй, блядь, корабли, сука, плавают какие-то. Сука, рыбу ловишь, сука, жрешь ее там, блядь. Сука, блядь, уголь, нахуй, блядь. Блядь. Блядь, круть, блядь. О, блядь, еще голос, блядь. Сука, ой, блядь, ой. Абдуленно, блядь. Но мне все равно терпения никогда не хватит в эти игры играть. Что очень долго, очень, блядь, обучаться долго. Блядь, там целый день может только обучаться, блядь. Я так понимаю, что это то же самое, да, но только в другом сеттинге. Так. Да. О, блядь, пиздец, а. Нанотехнологии, блядь. Ой, блядь, это что, я так не понимаю, новая планета или Земля? Ой. Ого. Блядь. Пиздец, а. Офигеть. Так, давайте настройки. Блядь, так. Настройки, так. Так, вес. Блять, ну тут очень... Я боюсь, знаете, если поменять сейчас очень высокое, да, у меня слетит. Блять, слетит настройкой, нахуй. Но неважно, главное, это PC-эксклюзив, как я понимаю, да? Хотя, может, ошибаюсь. Потому что управление все явно, блять, для компа, да, рассчитано. А вот на компе, собственно, такие игры можно делать. Потому что все остальное можно делать на приставке. Лучше денег получить больше. А тут вот, блядь, на PC остается такое, блядь, что на приставках, блядь, хуй сделаешь. Просто там на геймпаде просто заебешься, а что это пытались, нахуй. Там, блядь, как-то, блядь, адаптировать такую ебу, что выходит даже та же, нахуй. Хэлла это, блядь, Варс, естественно, я проходил. Она, блядь, это уебы, что еще и стратегия. То есть, пиздец, совершенно, блядь, аркада, это не стратегия. Так. Так, о, блядь. Вау,
Так, материала-то, сука, нету, да? Сука, доллары все разворовали. Так, я забыл, что надо сделать так. Блять. А, вот у меня еще тут, вот смотрите. Блять, это целое производство. Вообще какой-то пиздец, вроде высокотехнологично, а тут какие-то заводы, индустриализация. Пиздец, блять. Китайцы какие-то. Вот так. Строительные модули. Все как хитро, блять. Хуй разберешь тут методом тыка. Блять. Хуй разберешь, надо все читать. Ну и чего? Ну и чего, блять? Блять, ну пиздец, материалов нету, сука. Просрали все материалы, блять, полимеры. Блять, я их продал, нахуй, эти материалы. А их надо было загрузить в эту хуйню, да? Загрузить надо было. И туда, видимо, отправить. А это что? Ой. Блять, и главное, озвучка русская такая. Неплохая. Как время ускорить? Вот. Где время? Сука, блядь. Ой, блядь, не надо коннектиться. Ой. Ну. И чего, блядь? Ну, сука, блядь, вот видите, хуй разберешься, а? Если, сука, не вникать. Методом тыка вообще нихуя не выходит. Ну вот, материалы там, да. Блядь, надо их. Ну, блядь, с материалов, сука, недостаточно, блядь, а? Пиздец. Сколько надо? Видите, два, а там три, так. А тут сколько материалов? Видите, а тут один, блядь. Ну и где их, сука, взять? Ждать, пока не произведутся только. Микрофон крутой, смотрите, блядь. Даже корабль, а он все равно тень на сам себя отбрасывает, да? В воде отражается и на воду тень бросает. Блядь. А первая Аниуба, она, по-моему, выходила даже на Nintendo DS. Причем она в 2D была и на iPad. Вот, на iPad, да. Там в 2D была. Такая она мультиплатформенная. Ага. Пиздец, пятилетку выполнить не могут. Не, блядь, ну это гораздо лучше, сука. Древности. Вообще какие машины вообще строительные. Блядь, посмотрите, плотина охуенно как, а? Плотина, да? И тут так вообще, блядь. Тут... Блядь, и скалы такие неплохие тут. Ну там, ну в первой части тоже, предыдущей точнее, графон был крутой. Блять, а сука, материалов не хватает, а? Чё, издеваетесь нахуй, а? Ага. О, вот. Вот, смотрите. Ну. Ждет ваша. Вот я заказал их, да. Ковчег, блядь. С Лениным. Блять, сука, опять недостаточно, сука, издеваетесь, твари. Ой, блядь. Ой, блядь. Блять, вот оно как нахуй надо, блядь. Кликнуть этим, блядь, чтобы он забрал отсюда материалы, да? Тогда не понял, вообще пиздец. Видите, как противно продвинуто, да? Прям реализм какой-то. Не просто она у тебя есть материалы, ты хуячишь. А надо забирать вручную. Вот. Да. Ага. Давай базу строй. Офигеть, графон. Ведь смотрите, какие волны охуенные, блядь. Реальные волны, ни в одной игре такого нет охуенного. Смотрите, прям, чтобы реально, да, они себя вели, он приезжает, да, и эти волны нахуй колеблется, причем реалистично. И заметьте, нет, как делают круги такие, сука, дебильные. Даже когда вот в том же, да, Скайриме, там вот как бы чуть есть эффект такого, но еще и круги ебаные добавляются. А тут прям даже этих ебаных кругов нету, блядь. Все реально такое рассекает. И там водоросли под этим видны, офигеть. Так, вот. И теперь мы построим. Вау. Вот. И чего? Так. Вот, видите, расчищать. Ага. Загружай, блять, сука. Вот, центр города построить. О, видите, ну это обучение, всегда так делают. О, блядь, ой, блядь, сука, хрущевки. Бля, о. Блядь, нихуя себе, видали дома, нахуй, во всех таких играх, да, там, лачуги, а тут уже, нахуй, блядь, как коттеджи, нахуй, сразу на доллары, блядь. А заметьте, дорог не надо строить, вроде как, да, обдуленно.
то, блядь, заебывало, проведи дорогу, нахуй, сука, к одному дому, блядь, это реально, сука, вот заебывать дороги эти вести, то, блядь, на сантиметр, да, не доведешь, да, сука, эту дорогу, и уже эта постройка не работает. А, блядь, ну тут такая же хуйня, видите? Да хуй, проведем, как-то удобно. Ты, подожди, блядь, сука, блядина наебалась, сука, и ребеночка, нахуй, тащит. Сука, блядь, на панель. Блять, вообще, сука, блять, столько дебилов, сука, вообще нарождалось, нахуй. Вообще пиздец, сука, блять, сука. Блять, медведь такой, блять, бегает еще. Так. В общем, это, сука, охуенная игра, но она, блять, на любителя. Это получше, чем CXSSL, да, блять, и даже Тропика и прочие, блять, и очень качественно, сука, сделано. Сука, блять, ну, блять, на любителя, у меня уже голова болит, правда, от этого. Блять, чё? Блять, пиздец, им что-то не нравится тут, блять, на доллары жаруют, сука, нахуй. У них тут, блять, асфальт, плитку, сука, им все Собянин сделал, нахуй, сука. Блять, смотрите, плитка, блять, сука. Блять, им таджики построили, они, сука, им что-то не нравится, блять, сука. Они, блять, блять, на доллары тут все, нахуй, им. А им, блять, что-то... Ага. Чё за структура, нахуй, а? А это чё, блядь? Вот так, что ли, нахуй? Ага. Можно подумать, у нас есть выбор, блядь. Сука, блядь. Вот твари там, сука, неблагодарные, сука, блядь. Блядь. Амузон крутой, такие тоже, блядь, педофилы кастрированные поют, нахуй, там. Блядь. Ну. Инфраструктура, но я же построил все, нахуй, что она мигает? А, к этому дебилу, видите, дорога не дошла, да? Ему, сука, не нравится, блядь, видите, дорогу надо, сука, к дому прям, нахуй. Видите, как дома, сука, засрали, бомжи там поселились, всякие пидорасы, блядь, наркопритон. Ага. Блядь. Ага. Так, надо построить, сука. Вот, видите, все постепенно, обучение. Так, это что, дробилка Базвальта, нахуй. Вот. Ну, сука, захуячим я сюда. И как бы нельзя во всех играх, да, строить рядом с жилыми домами, а то не жаловаться будут эти пидорасы, да. А это что такое? Блядь, плавильная печь. Что, блядь, им так громко там живется или что? Это еще современ Цезаря, нахуй, блядь. Я во все Цезаря играл, блядь, сука, вроде как бы круто, блядь. Потом, блядь, сука, так заебывает, сука. И главное, там непонятно, да? Что, сука, во всех играх, да, короче, ты вроде как бы строишься, да, строишься нормально, а у тебя деньги уменьшаются, блядь, сука, и так бесит, блядь. И вот, знаете, потом ничего построить не можешь, это что, блядь? И вот, блядь, ты там, типа, нахуй, хитрую надо стратегию, блядь, разрабатывать, хитрую, там, каждый рубль считать, блядь. Блять, вроде как все довольны, все строится, блядь, а, блядь, все равно, нахуй, или как в Цезаре, там, сука, я там года в него играл, прежде чем ты понял, как, нахуй, чтобы дома развивались, то, блядь, там, что не строю, нахуй, что не строю, там, это, блядь, 15 лет назад еще играл, что не строю, они все равно, сука, все деградируют, сука, обоссанные, блядь, оказывается, если там построить, там, все как надо, да, нас, сука, блядь, инфраструктуру, блядь, а у них там, блядь, коттеджи эти, блядь, дешевые дома сначала там, как бы, строишь. И они, блядь, в коттеджи, сука, нахуй, там, превращаются, там, блядь, вообще в буржуи сами, нахуй, блядь, на доллары жировать начинают, вообще пиздец. Ага. Может, а это что такое? Вот что это такое, шахта? Вот, блядь, что это? Залежи железа, блядь. Давайте очистим территорию, что ли? Ой, блядь. Вот дорогу провели, да? Ну и что? Еще надо... Блять, а и только тут можно построить. Я чё это зеленое? Чё надо делать? Всё построил этим тварям, блять. Вот, автосохранение. Вот, собственно, уже понятно все. Овощи, чай, пиздец. У них тут чай еще нахуй. Вот место под шахта. И хули они тут не строятся? А? А, ресурсов на них нет. Ну, видите, блядь, ну, блядь, ну, думаю, всем понятно, видите. Блядь, на любителя, сука, ну, я говорю, блядь. На психических людей, кто, ну, кому нравится, сука, пялиться в одну точку, да, и думать, нахуй, там. Еще, блядь, считать, там, на конкуляторе, сколько им надо построить, блядь, сука.
там, детских садов для педофилов на квадратный метр. Короче, блядь, симулятор, блядь, Лужкова, как объебать, нахуй, свой город, блядь, и не сесть. Ну вот, видите, какие-то проценты идут. А вот, видите, она должна произвестись. Ну круто-то сделали, да? Чтобы, нахуй, обычно такие игры все древние, да, делали, нахуй. Бля, а тут, блядь, сделали, нахуй, так, что пиздец. Ой, блядь. Тут сделали так, что пиздец, нахуй, да? Полный пиздец. Это просто пиздец, нахуй. Чтобы и будущее сразу. Вообще, нахуй. Даже не настоящее будущее, это вообще пиздец. Вообще, блядь, на воздушных подушках вся, нахуй. Технологии, блядь. Некакие, сука, блядь, быдло ходит, нахуй, поэтому прям газона, нахуй, давит его. Сука, гопота проклятая. И себе, блядь, сумки, нахуй, блядь, втаскают, пиздит, нахуй, не соны, видите, стройматериалы. Сука, все-все засрали, блядь. Сука, понаехала тут, блядь, в наш родной город, нахуй. Блин, не пойму, как ускорить-то. Может, плюсом? Должно быть ускорение времени, во всех играх оно есть. А тут, видите, у меня отобрали, как только я там построил. И это отобрали, ой. Ну, в общем, блядь, они все такие нудные, да, блядь. Вот цивилизация, она не нудная, сука, и сёгун, блядь, от неё оторваться нельзя. А эти, они все на строительство с макроконтролем, это пиздец. Один макроконтроль. Блядь. Сука, ненавижу макроконтроль, блядь. Сука, вот почему я StarCraft, блядь, ненавижу, да? Второй, нахуй, первый, блядь. Особенно второй, потому что там макроконтроль, сука. Блядь, ты вообще, сука, блядь, там... Там, блядь, микроконтроль, собственно, так и не важен, блядь. Главное, макроконтроль, там. Вот это, блядь, макроконтроль, мы, блядь, думать, блядь, как туда поставить, чё, нахуй. Ой, блядь, апгрейды, сука, заказать, блядь, всю эту хуйню, блядь. Настроить, блядь, сука, блядь, кучу, блядь. Сука, хуйни, блядь, сука, нахуй, что все не срались, блядь, сука, говном там. Блядь, канализацию, нахуй, сука, им сделать, когда, блядь, когда сделаешь, нахуй, канализацию, они начинают срать, блядь, сука, в умывальнике, блядь, там, гадить еще больше, сука, там, проведешь, нахуй, блядь, дороги, они начинают, там, людей убивать на этих дорогах, сука. Блядь, поставишь полицию, это полиция, блядь, взятки начинает, блядь, брать, сука. Блядь, поставишь, нахуй, сука, блядь, суд, нахуй, так они вообще, нахуй, блядь, тебя, нахуй, посадят, блядь, расстреляют, сука, за пиздение долларов, сука, как Лужкова. Ты, блядь, такой пиздец, нахуй, вот вся, весь смысл этих, блядь, игр. Блядь, ну это, блядь, пиздец, сука, уже, блядь, цивилизацию, сука, сделали, или какой-нибудь реалитайм стратегии, блядь, с такой графон, да, хоть, блядь, склонировали геймплей, нахуй, Red Alert-а, блядь. Вообще, мод бы сделали, блядь, сука, для Red Alert-а 3, нахуй. Сука, была бы охуенная игра, блядь, с такой графоном-то, а? Пиздец же, а? Круто как. Нет, блядь, это делают. Ну, приятно, что, блядь, хоть что-то на компе есть, что на приставках быть не может. Блядь, как если шлем хочу этот купить новый. Сейчас, блядь, вышел, блядь. Я думаю, да, куплю, блядь, скоро. Сука, за штуку баксов вышел виртуальный шлем, нахуй, блядь. В Сатсоне, блядь, это вообще пиздец, сука, такой пиздец. Я в 90-е, нахуй, все хотел все купить, блядь, такой. Блядь, мне тогда, сука, блядь, там, пиздец, нахуй. То это, блядь, круче только это, блядь, ну, сука. И 3D будет работать во всех, блядь, Dark 1 с играх везде, блядь. Сука, виртуальный, блядь, шлем, сука, блядь, как в 90-е, нахуй, блядь, надо брать, сука, быстрее. В общем, работает нормально, кадров 40-60 где-то вот тут. Без записи. Да. Можно сказать, что максимальные настройки. Ну, увидели, какие там. Так. Ну, блядь, сука, блядь, вообще пиздец. Да, ну все, тут как бы все, больше нечего уже обозревать. Да, видите, все встало, да, поскольку я не смог найти тут кнопку ускорения, да. На чтобы ресурс, то все, тут больше нечего смотреть. Вот. Давайте еще меню посмотрим, что тут есть. Видеоинструктаж давайте. Вау. Ну, ебало, конечно, уебищное. Это, блядь. Блядь, искусственный интеллект. Не, все на русском, вообще пиздец. О, 2070 год, вот. О,
О, повысилось все нахуй, ой, о, блядь, затопило нахуй, о, во, вот что меня интересовало, сюжет, ага, затоплено, пиздец, блядь, ой, ого, все забросилось, затопить, заново строить, о, ага, блядь, пиздец, блядь, во. То есть пиздец, новый мир строишь, вот охуенно придумали, да? То есть пиздец, да? Как решить проблему, что уже все застроено, да? И давай на будущее сделать там. А вот вам решение, все затопили, заново нахуй на воде плавай. Да. И островки, блядь, сука, у, блядь, заново нахуй освоение всего мира. Пиздец, охуенно. Первая часть была освоение Америки, да? А тут, блядь, заново остановить охуенно, блядь. Блядь, вот и типа ковчег, такая хуйня, да? Которую там в фильме, там, 2012 или какой вот этот, блядь, вот, блядь, сделали в конце и плавали китайцы в них, там, сука, блядь, сука, ебашились, там, нахуй, блядь, сука, блядь, там, потом в Африку, блядь, у негров отобрали, там, нахуй, тоже, блядь, выебли там всех, то есть, блин, на, блядь, ну, очень понятно, нахуй, блядь, фильтры Петрика, блядь, процветают, о, видали, сука, Петрик нахуй захуячил, все у них там, блядь, зазеленилось, блядь. О, блядь. Короче, две фракции какие-то, кого-то поддерживать можно, не поддерживать. Ну, очень, блядь, качественная игра, сука, блядь. Но одна из лучших из такого плана, лучше, чем предыдущая, и уж тем более, оценки будут не хуже у нее, блядь. Если, блядь, сука, сделали то же самое, но, блядь, в будущем из графона еще подкрутили. Блядь, карта задания, блядь. О. Музон, нахуй, блядь, даже хочется слушать, блядь, сука, в рубля, о, непрерывно, о, видите, отдельное задание, давайте посмотрим, да, розничная экономия, такая, достаточно большая, блядь, то он получит, блядь, о, блядь, артиту, блядь, сука, о, бля, о, давайте посмотрим, о, вот, Global Trans, сука, вау, две фракции, пиздец, ну, за это еще чуть пороже ебало, ага. Пиздец. Пиздец, смотрите, как застроить можно все охуенно, да? Блять. И как тормозить, наверное, блокомп на таком будет, то есть на максимально врубить. А. Да. Блять, тут воевать можно, блять, смотрите. Охуеть, блять. Блять, охуеть, блять. Сука. Блять, это он, блять. Пиздец, блядь, охуенная игра. Говорю, надо вникнуться, надо, блядь, долго, сука, играть, нахуй, но, блядь, большинство людей лень, и мне тоже, блядь, этим заниматься. Пиздец, охуеть, блядь. Так, Global Trust, ну, далее. Вот она. Че, заново строится, что ли, будем? Где он трансформируется охуенно, типа. Вообще все продумано, дизайн крутой, сука. О. Давай, блядь. Блин, заново надо все строить. Я думал, дадут готовый сценарий, что ли. Вот, видите. А, смотри, тут мультиплеер есть, это ж пиздец, ну, блядь. Сука, только, блядь, здесь проблема разобраться, нахуй, сука, и, блядь. И чтоб, сука, захотел сыграть дальше, сука, а то, блядь. Блядь. Ну, пиздец, а. Ага. Пиздец, у них там нефть еще не кончилась. Блять. Вот что терти не начинается. Ой, бля. А, вот это можно стартовать. А давайте этих посмотрим. Зеленых. А Витя не показала заставку почему-то. Да мы там, сука, зеленые, бляди, сука. Мразь, блядь, сука. Убить людей, нахуй. Спасти, нахуй. Блядь, черепах. Пиздец. Бля, ну похоже тоже сначала надо строиться. И вода, смотрите, как она бурлит, да, когда раскрывается. И внизу она искривленная, когда под водой. Ну, пиздец, графон и тень от радара, смотрите. Вообще, и отражается. Вот видите, все на островах мелких, это правильно. Уж не надо много давать места для строительства. Это заебывать, все застраивать уже пугает. Вот видите, ну, строим, все понятно, это. Блять, развивать, только, блять, развивать надо. Все нахуй, ой, блядь. А этим смотрите. Жалко, что нельзя посмотреть. Все застроенное.
Вот центр сначала, блядь, строим. Дома, нахуй, сука. Шабдуль. И лучше кварталами, наверное, строить. Ага. Смотрите, электроэнергия. Пиздец, сука, блядь. Вентиляторы у них тут стоят, нахуй. Блядь, на доллары жру это. Хранилище, смотрите, все тут у них, блядь. Охуеть, блядь. Дороги, нахуй. Блядь, сука, я сейчас быстро не проведу, они, блядь, опять сраться будут же. Хуёво, блядь, далеко ходить. Блядь, ну вот все, да. Блядь, пора валить отсюда. Вот, сука, вообще твари охуели, блядь. Им построили, сука, нахуй, тут, блядь, коттеджи, блядь. Они выебываются опять. Ой, блядь, пиздец. Видите, дорога, похоже, не дошла до них. Все из-за этого, что ли? Видите, а этих вообще блокируется. Блять. Да я вижу, нахуй, сука. Дебилов завезли, сука. Быдло кровосное, блять. Оно, сука, блять, жить не способно, сука. Блять. Пиздец, блять. Куда ты, блять, свалишь с острова, блять? Пора валить, блять. Куда ты с острова тут свалишь, блять, сука. Короче, пиздец, это так думать надо тут, сука. Там, не дай бог, ты на метр, блядь, лишний, блядь, построишь дорогу, или, блядь, вот этот вот, сука, двигатель, еще какую-нибудь хуйню, блядь, или тебе не хватит, сука, ресурсов, там пиздец найдется, нахуй, блядь, упадок, сука, и все, нахуй, блядь, будут, сука, бешеные, сука, выебываться, блядь, вообще, нахуй, блядь, это бесит, сука, нахуй. Но это, блядь, основная часть, вот, боевая система есть, она так, нахуй, второстепенная. Она во всех, блядь, почти играх таких, собственно, и есть. Кое-как, да, там, типа, нахуй, там, держишь какой-то легион, нахуй, сука, который там, блядь, даст пизды истинно. Это еще и в Цезаре было. Так, для разнообразия чисто, блядь, основное это вот это, сука, нахуй, вот есть, чтобы недовольных, блядь. Блядь, почему нельзя просто взять и расстрелять, нахуй, да, блядь, сука, всех, а? И все, нахуй, блядь, все довольные тут же будут, блядь. Сука, мы, блядь, там в коммуналках, в бараках жили и радовались, нахуй, сука, при Сталине. А эти, блядь, сука, на всем готовом, блядь, жруют, блядь, сука. Вообще пиздец, блядь, сука, нахуй, блядь. Ходит, блядь. В общем, блядь, все понятно, да? Ну, обдуленная игра, блядь, для тех, кто в такое любит играть. Чем раньше Абдуль, на канал подписывайтесь, нас уже более 8 тысяч. Там и на форум заходите. Так, в общем, Бен Шабдуль, Бибаран, братья.